ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Привет, мой юный друг. Знаешь, какой сейчас праздник? Все верно, Хэллоуин. И меня зовут Пеннивайз. И это неделя челленджей на Baby Go! Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! И эта неделя у нас неделя челленджей Хэллоуин. Сегодня у нас самый простой, наверное, челлендж. Вторник, это начало недели, давайте разогреемся. И я долго думал и такую мульку придумал. В общем, предлагаю такую штуку. У нас с тобой по минуте времени, в этой комнате куча всяких вещей. Кто подберет лучший костюм для Хэллоуина в течение минуты, тот и победил. Наказание, проигравший остается в костюме до конца дня. А Денис определяет, чей костюм лучше. Одна минута, это мало. Но сколько тебе надо на одну комнату? Ну, на комнату одна минута. Ну, ладно. Ну сколько? Ну, полторы. Полторы. Все, кто первый начинает? Три. Ладно, поехали. Раз. Два, три. Я погнал. Так. Когда папа закончит, чтобы время. Взять, чтобы такое взять. О, у нас даже лампа мерцает. Так, что детских игрушек. Человек-лягушка? Нет. Что делать? Что у нас здесь? Какая-то фигня. Человек-стакан не катит. Блин, что делать? Человек-шар. О, идея! Я, по-моему, победил. Пока. Все, изи. Оп. И кто ты будешь? Я маленькое привидение. И все? Да. Попробуй теперь переплюнуть меня. Тебе страшно? Я маленький привидение. Страшно, Денис? Что вообще? Ну, я должен летать. Ну, короче, я успел, у меня есть костюм. Мама, ты готова? Ой, жарко, я пока так посижу. Подожди, давай сейчас запускать будем. Раз, два, три, погнали. Так, сейчас чем мама, мы придумаем. Мама, по-моему, волосы была стерилизация. Смотри, полосатый одевает. Мама, мне как неудобно. Что там внизу? Ты оденешь слин? Да. Ты будешь слин, гёл. Что это? Блин, какой-то капец. Происходит. Блин, по-моему, мама похожа на этого монстра из Сайлент Хилла. Это какая-то жесть. У нее все падает. Ничего страшного. Искусство требует жертв. Может, тебя получится Дэна напугать? Господи, что это за чудовище? Мне даже страшно. И нет, я чувствую себя со своим привидением как неловко. Что даже? Три секунды. Yeah. Давай, возвращайся. Все. По-моему, мама тебя напугал, ведь? Кто это такой? Мама, что у тебя за хрень получилось? Что это за образ? Это... Это какое-то чудовище непонятное. Чудо из подземелья после ядерной войны. А вот это что такое? Нарост. Диня, ну, мама тебя напугал хоть чуть-чуть? Давай, мы тебя сейчас вместе будем пугать, давай. Кто страшнее, Динь? Папа. Ура! Мама старалась. Мама старалась, сделала такой костюм чудовище из ада подземелья после ядерной войны. А победила привидение с пледом. С пледом это было изи. Так нечестно. Так что ты ходишь до конца дня вот так.
чудовище из ада после ядерной войны. Из ада, да? Да. Ну что, Денюш, иди сюда. Кого вы? Кого вы? Денюш, из-за тебя я буду ходить в этом костюме весь день. Спасибо. Ну что, друзья, челлендж нашего вторника закончился. Папы Уинс, мамы Луз, мамы чудовище после ядерной... Да, мы выиграли, папа Уинс. Но на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И впереди еще два челленджа на этой неделе. Давайте прощаться. Пока!